Книга «Открытым оком», тема «Объединение», том 21, вопрос 3449. Как, по вашему мнению, чья позиция самая верная из тех, кто не пошел на унию с патриархией? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Про самую не имею откровения, но ближе всего мне позиция омского архиепископа Тихона, по крайней мере на сегодняшний день. Русская истинно православная церковь, архиерейский синод, индекс 544-047, Россия, город Омск, 47, улица 3-я Ремесленная, дом 34, телефон 8 10 7 38 12 24 34 82 email synod ipc@catacomb.org.ua. Кафедральный храм святых царственных мучеников. Резиденция архиепископа Омского и Сибирского Тихона. РПЦ ЗМП – совершенно новая структура, не имеющая ничего общего с исторической русской зарубежной церковью и ее славным духовным наследием, хотя в ее состав и вольются некоторые представители прежней РПЦЗ. В зарубежье есть здоровые церковные силы в лице заслуженного духовенства и многочисленной паствы, сохраняющие верность традиционному исповедническому курсу Русской Православной Зарубежной Церкви. Синод Русской Истинно Православной Церкви, двоеточие, цитата. «Наше видение предполагаемого пути к восстановлению церковного управления за границей таково. Мы не создаем своих структур в зарубежье. Наша общая с зарубежным духовенством цель – сохранить каноническую русскую православную церковь за границей, помочь зарубежной церкви-сестре в трудный период ее жизни. Поэтому все утвержденные соборами РПЦЗ епархии необходимо сохранить». Еще цитата. «После восстановления архиерейского синода РПЦЗ русская церковь будет представлять две равночестные части. Русская истинная православная церковь и Русская Православная Церковь за границей, при разных церковных администрациях, в евхаристическом общении и духовном единстве, как это было при священномученике митрополите Петре Крутицком, и как этого желал и благословил последний законный первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, Высокопреосвященнейший митрополит Виталий. Архиереи Русской Истинно Православной Церкви призывают духовенство и паству РПЦЗ не покидать зарубежную церковь в поисках канонического пристанища в различных греческих юрисдикциях, но ради сохранения канонического строя и традиции поместной русской церкви, имеющей свою автокефалию, уже несколько столетий продолжить подвиг русскости, начатый их отцами. Подвиг, который все эти годы несла Русская Православная Церковь за границей, в чужом и часто враждебном ко всему русскому и православному окружении.
Архиереи Русской истинной православной церкви призывают духовенство и паству РПЦЗ, в том числе и тех из них, кто имеет ненационально-русское происхождение, не покидать свою мать, русскую, свою мать, православную русскую церковь, давшую им святое крещение и взрастившую для духовной жизни. Еще в начале этого века российская церковь вышла на лидирующие позиции в православном мире, создав мощные миссии в ключевых его точках: в Святой Земле, на Святой Горе Афон, в Константинополе, освободив от турецкого ига и тем прочно связав с собою церкви славянских народов Балкан, превратившись в единственный источник финансирования церковного строительства на всем христианском Востоке. Лишь державная воля великого вождя Иосифа Сталина, решившего в самый разгар войны в 1943 году построить именно на этом фундаменте свою церковь нового типа, советско-патриотическую, но и в то же время консервативно-ортодоксальную, превратила Московскую патриархию в важнейший центр влияния в послевоенном православном мире. Напуганные многочисленными акциями по захвату имущества РПЦЗ за рубежом и собственной паствой, большинство которой стали составлять вновь приехавшие из России сторонники Московской патриархии, зарубежные иерархи пошли на сознательную капитуляцию, чтобы не потерять ее. Но на месте некогда авторитетного и всемирно известного церковного центра осталась масса осколков, еще способных в случае консолидации бросить новый вызов официальной Московской патриархии. Эти осколки отделились от РПЦЗЛ на разных этапах ее заигрывания с Московской патриархией. На самом раннем этапе, в 1995 году, образовалась Российская Православная Автономная Церковь, РПАЦ, с центром в Суздале, объединяющая ныне около 200 общин. Чуть позже возникли различные неокатакомбные ветви, получившие иерархию от Украинской автокефальной церкви. В 2001-2002 годах образовались синоды Русской зарубежной церкви под руководством отправленного москвофилами в отставку первоиерарха ревнителя митрополита Виталия РПЦЗВ и Русской истинно православной церкви РИПЦ под руководством архиепископа Лазаря Журбенко, того самого катакомбного епископа, которого РПЦЗ умудрилась тайно рукоположить для России в 1981 году. Наконец, летом прошлого года вокруг заместителя умирающего митрополита Виталия, архиепископа Антония Орлова, образовался новый синод, перенесший центр РПЦЗ в России и принявший название Российская Православная Церковь, РосПЦ. Уже после 17 мая влиятельный епископ РПЦЗЛ Агафангел, живущий в Одессе, объявил, что он не принимает акт о каноническом общении и остается на той самостоятельной платформе, которую занимала его церковь
до 17 мая. Итак, мы имеем около десятка осколков РПЦЗ, общая численность приходов, которых уже превышает число приходов РПЦЗЛ, подчинившиеся в Москве. А в ближайшее время ожидается их значительный рост, поскольку из разных частей русского зарубежья уже приходят вести о категорическом отказе приходов РПЦЗЛ поминать красного патриарха Алексия II. Исаии 56:8. К собранным у него я буду еще собирать других. Иоанна 11:52. Чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. Без церкви нет спасения. Аминь. Кто верующий, разве будет спорить? С иными доводами нехристь, просто сгинь. С сектантством в этом расхождение корень. Христос есть муж, жена, святая церковь, она же и невеста в подвенечном. С писанием о том проводим сверху, сектантам ноль при этом обеспечен. Христос на камне церковь основал, не на Петре, а на исповедание. Она неодолима, хотя бы ад восстал. Не преодолеть ее, ей сил на то достанет. Вне церкви, в море быть вне корабля, без таинств животворных, без лекарства. Нет лоцмана, штурвала, нет руля, пираты будут за главенство драться. Христос апостолов избрал, благословил. Они епископов поставили законно, через рукоположение талантов дал и сил. Апостол Павел нам о том напомнил. Где церковь – тело, а Христос – глава, там ересям и сектам входа в церковь нет. На церковь дьявол учит их плевать, но и возмездие же будет им в огне. Домостроительство – программа до конца. Оспаривать Писание – какой же будет прок? Зачем с чужого голоса плясать? Безумец лишь против рожна попрет. Но в церковь столько ила нанесло, под ним скелеты, вещи, атрибуты, а благовестие за грех ушло на слом, больные ноги вовсе не обуты. Рождает церковь, рядом змей стоит, дракон и головы, безбожество и секты. В пустыне верных не достанет чип, и не уловит дьявол интерсетью. 23 мая 2007 год. Игнатий Лапкин.